Кровяное давление зависит от состояния кровеносных сосудов. В их стенках есть мышцы, и если мышцы расслабляются, давление крови падает. Если же сосудистые мышцы напрягаются, давление растет. Сокращая и расслабляя свои мышечные клетки, сосуды регулируют кровоток. Когда мышцы в стенках сосудов напрягаются, сам сосуд сужается, кровоток усиливается, но и сердце при этом должно работать энергичнее. Так происходит, например, при физической нагрузке, когда скелетным мышцам нужно больше кислорода и питательных веществ. Когда ничего чрезвычайного не происходит, сосуды расслабляются и нагрузка на сердце уменьшается. Кровяным давлением управляет очень сложный механизм, который учитывает множество факторов. Соответственно, если какая-то часть этого механизма выходит из строя, у человека развивается хроническое пониженное или повышенное давление. Хроническое пониженное давление чревато кислородным голоданием в тех или иных органах. Хроническое повышенное изнашивает сердце и сосуды. Есть множество лекарств, повышающих и понижающих давление. Кроме них, обычно рекомендуют придерживаться определенной диеты, которая не позволяла бы давлению скакать. И лекарства, и рекомендации здесь часто направлены на регуляцию натрия, калия и кальция. Кальций непосредственно влияет на мышцы в сосудистых стенках, а его уровень зависит от калия. От натрия зависит, много ли воды будут забирать почки из крови, тем самым меняя в ней концентрацию ионов, в том числе и ионов калия. Сотрудники Мельбурнского университета пишут в Nature Communications, что есть еще один элемент, который сильно влияет на кровяное давление, но который в такой роли обычно не рассматривают – это цинк. Исследователи обнаружили, что когда цинка в клетках человеческих или крысиных сосудов становится много, сосуды расслабляются. Когда уровень цинка повышали у крыс, кровяное давление у них падало. Цинк действует непосредственно на мышечные клетки, подавляя в них работу кальциевых каналов, но также он действует на эпителиальные клетки сосудов и на нервы, которые связаны с сосудами и регулируют их работу. Также удалось показать, что сильнее всего на цинк реагируют сосуды мозга и сердца. Обычные лекарства от давления помогают не всем, и у многих они со временем даже перестают действовать. Так что здесь были бы очень кстати какие-нибудь новые препараты, регулирующие уровень цинка в крови.